Вот это битва, ребята, то, что вы любите. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня будем тестировать офигенного NPC и стравливать их с монстрами Хендерсона. Поехали. Так, для начала мы покажем, что они могут против обычных персонажей, таких как мы, игроков. То есть сразу, моментальная смерть. Тебя затянуло щупальце, да, а меня, короче... Да что, он у меня убивает каким-то... Что это... Вот это он убивает каким-то мощным выстрелом. Я смогу от него уклоняться? Мне интересно. Так, давайте вторую версию посмотрим. Две версии. Одна вот такая вот у нас есть. Ого, этот прям вообще жесткий. Мне кажется, Серега, этот побыстрее будет. Ай. Убил? Ого, он дамажит через стены. Так, хорошо. А теперь мы поставим с мощными монстрами Хендерсона и посмотрим, что они будут им делать, как они будут драться. Игнорировать игроков. Так, для начала первая версия. Ого, он стреляет. А по кому он стреляет? NPC, видимо, какой-то. Нету никакого NPC, он просто стреляет рандомно. Хорошо, смотрите, кто у нас есть. Давайте для начала вот такого мелкого челепиздрика поставим. Он его схватил и сожрал. Сейчас сожрет. Нет, он в клетке сидит. Да? Он живой еще. Он живой. А я вижу, падает. А упал уже трупейшн. А вот против этого что он сделает? Так. Тоже затянул к себе. Так, он очень прикольный монстр. А давайте против гигантского. Что они будут делать? Затянут он его к себе или не затянет? А ну-ка, давай, подеритесь, гигантусы. А, о, смотри, как он... Да ладно, ты видел, как он убил его? Хорошо, давай я тогда этот поставлю... Другую версию, потому что, мне кажется, это какая-то версия... О! Этот вообще какой-то жесткий. Так, давайте сразу поставим ему вот этого вот. Да подожди, чувак, да подожди, ты так... Вот это он мой, а ну вот этого вот. Эй, да а вот у нас есть... Бегемот. О, бегемот вылазит, смотри, какой гигантский. Че, он его тоже задамажит? Ого, он какие-то взрывчатками кидает. Это по нему уже кидают. Так, никаких звуков я не слышу. А, слышу. Да-то подожди. Бегемот. Да что он такой какой-то имбовый, ребята? Напишите в комментариях, как вы думаете, какой монстр Хендерсона сможет его замочить? Давайте Дэн 18. Да ну что он, дурак? Слышишь, мне кажется, Мегахорн. Помнишь Мегасирена? О, в следующей серии, если вы хотите, мы сделаем битву. 100 плюсиков, и мы сделаем битву Мега-Сирена с треногой. Хорошо, давай... О! Давай, допустим, мы поставим Сиреноголового. Что такое? Что? Да чё он его мочит так? Сиреноголовый Мэд. Он восстанавливается, что ли? Походу. Так, я не вижу это треногу. Где на тренога ходит? Она за карту выпала, походу. Нет, у меня... А, да. Так, давайте еще раз ставим треногу. И ставим, да, сиреноголового вот этого, который я и хотел. О, смотри, смотри, дерутся. О, ты как-то он прикольно распался. Да. А вот такой вот у нас есть. Смотри. О, чё он такой жесткий? А вот этот вот у нас есть летающий динозавр. Телепортирующий. Слышишь? Он что-то всех выносит. А вот этого вот. Сразу двух. Вот. Он его подкинул тупо и замочил. Так, ты не уходи, тренога, ты нам еще нужна. Давай тогда поставим каких-то, да, вообще дебелых. У нас же есть. О! Серега, смотри, кто есть у нас. Да подождите, да что он, дурак? Да дай повоевать! Ты чего мочишь сразу всех? Вот маненький есть. А, он его затянул. И чё? Ого, он его откинул и замочил в воздухе. Да,
Подожди. А то челик может... Да, этот челик остался живой. Он его убил. Давай еще разок поставлю вот этого. И треногу. А ну-ка. Ай, меня замочил. Тогда он какой-то неадекватный. Вон они дерутся между собой. Он убивает этого большого, вот этот маленький. Ай, а меня-то за что? Игнорируй. Так я же нажал. А ну, с этим будут воевать? Опа, он его хочет... Затащил. Он его схватил. А тот пытается вырваться, ребята. Убил. Так, подождите, значит эти три ноги, они по-своему все разные, по-разному дамажат. А давай дом вот этот, скисшее молоко. Ты что, он ему голову видел, отстрелил? А вот этого гигантуса. Да подожди, дурак что ли? Ты что так мочишь всех, я не успеваю никого ставить. А вот этот у нас есть, челепиздрик. Убил. Хорошо, давайте... Давай вот это Артика в шар поставим. Я уже поставил. Мы с тобой одинаково подумали. О, он убил треногу! Акула убила! Ты представляешь? И так и меня убит. Дурная акула, стой! Мы же тебе сделали не трогать нас. Хорошо, давайте мы тогда сделаем такую битву. Мы поставим. Треногих. Раз, два, три... И поставим ему акулу. А ну, акула, давай. Ого. Ого, у нас тут битва. Ты что, на их... Прикольно, ребята, получается. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Вот и чё? Карту вон, смотри, он вообще наверху. Они, короче, этот воюет там где-то. Непонятно где. Давайте выше поднимемся. Давайте поставим вот этого. Давайте с этих паков попробуем поставить. Может, все-таки будет тоже маленький челепиздрик, который сможет убить. Давай, допустим, дому такой вот он. Вылазит дом. Так, и залазит. И дом залазит. Хыш! Фанифера. Так. А, давай. Давай. Самую последнюю стадию, да? На первую. Смотри, посмотри. Он последнюю с ним челепиздрик. Да смотри, у него какое-то... Ты заметил у него оружие читерского тренога этого? Это аннигиляторная пушка, как наша. О, два вот этого поставим, демона. Как щенка вообще вонючего. О, The Imposter. Он телепортируется, а тут за дом залез. А тут к нему тпхается. Это смотри, не понимает, а где, чё? Смотри, встал на месте. О. Слышь, давай. Он убил импостера? Не могу понять. Да, убил. Или не убил? Ха-ха, не знаю. Вроде бы не убил. Хорошо, давайте еще раз импостера поставим. И обычного классического. Да, он сразу импостера убил. Видел, высветилось? Да. О, у нас есть еще большой. Aircraft Shark. Так, ну че, давай. Ого, он ногой дерется. Ты видел, как он ногами лупашит? Подлетим поближе. Ого, классический трипод умер. Ого, акула моча. Давайте, ладно, давайте другую версию поставим. Ого, он откидывает его сразу. Нифига себе, что за акула умерла, падает, смотри. Ничья. Вы видели такое? Еще не знал. А, нет, она еще раз упала. Она живая. Да, у меня она живая была. Так, кто у нас еще есть там такой... Челепиздрик, который мог бы с ним повоевать. Может, дом вот этот вот? Ну, мне кажется, нет. Дом очень такой простой. Дом, мочи его. Ого, он ему посрачника дал. Не, смотри, дом... Сколько ударов выдержал, да, Серега? Слышь, она что, его парализовала? Куда пора ему воду опустить? Будет он в воду идти? А ну да... Да он как-то странно, да, ходит? Это какой-то этот, по воде любит походить. Так, ну чё, давайте сделаем теперь... А кто у нас его убивал? Вот этот маленький челепиздрик. О, у нас есть вот такой еще. А я иду себе гуляю. Ого, вон он затащила его, чпоньки нету. Так, хорошо. Длинноголовые. Пошли.
А он и как семечки щелкает, смотри, они даже ничего не понимают. А вот такое. Да подожди, да что оно такое мощное? Представляешь, как он мощный, а? Банан вперед. Он банан захар. А ну, толпа! Забили его! Серега, забили! Представляешь? Давай такого поставь, а то тут покоится на меня. Ого! Убивают, Серега! Ого, у меня лагает! Вот это битва, ребята, то, что вы любите. Кто кого, кто кого? Вот Трипод, да, они просто как щенков, да, выносят всех? Да. Вообще, просто своим оружием аннигиляторным разрушают все. О, да, что я хочу, Серега, проверить? Могу ли я в этого челепиздрика вселиться? О, я могу им управлять. Он быстрый. Офигеть. Я могу такое делать. Танк или машину? Давай проверим, как будет взрыв от одного такого выстрела в машину или в танк. Я приблизительно отстреляюсь. Смотри сейчас. Отлично. А ну-ка. Ребята, проверяем, что будет. Нифига. А, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто же все-таки сильнее, Трипод или Монстры Хендерсона? Мне показалось, что Монстры Хендерсона намного слабее, если брать прям очень таких имбовых. О, давай, Серега, я сейчас поставлю его, ты будешь на танке. И посмотри, как он будет тебя мочить. Поехали. Сейчас по мне будет стрелять. Я его с одного выстрела с танка выношу, типа. Да как? Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Вот так будет с каждым, кто не поставит лайк. Thank you.